подключаю тебя к каналу связи Эммы Чайлд. Постарайся не лихачить. Это директор Чайлд. Код Килла Альфа Килла. 7-1-1. Код и голосовой отпечаток подтверждены. Это закрытый канал связи с МВД, директор. Подождите, господин министр. У меня какие-то странности со связью. Может, мне кажется, но лучше переключиться на другой канал. Какая незадача? Держись рядом с ней. Попытаюсь подключить тебя по новой. Мы перебрасываем ресурсы на дело DeadSec, господин министр. Я хотела сообщить об этом вам лично, в свете того, что недавно случилось с вашим представителем. О, боже. Вы думаете, это был DeadSec? Мне-то казалось, мы выяснили, что это дело рук вашего трудного ребенка, Малика, да? Да. И это самое неприятное, господин министр. Новые улики позволяют предположить, что Малик работает с DeadSec. Твою мать, Эмма, это катастрофа! Все под контролем. Черт. Прости, Том. Придется снова перейти на другой канал. Секунду. Ого-го! Похоже, этот заговор берет начало в высших эшелонах власти. Ну или где-то неподалеку. Держись рядом, почти готово. Каким образом, позволь спросить, у тебя все под контролем, Эмма? Все просто. Один из них сейчас взламывает систему связи в моей машине. Отсюда и помехи. Ты как-то подозрительно спокойно. Не первый день на службе, Том. Я не в машине. Это приманка. Но в ней стоит работающий маячок, который отправляет координаты Альбиону. В течение часа мы задержим хакера. В этот раз отключился я, а тебе пора делать ноги. На связи, Малик. Я собираюсь лечь на дно. Поддерживать связь слишком рискованно. Твою мать, чел, ты чё не слышал? Она хочет тебя угандошить. А у нас есть все, что тебе надо. Разумеется, я все слышал. Она знает, что я работаю с вами, а значит, подобралась ближе, чем я думал. Мне жаль, но время вышло. До встречи. Это что сейчас было? Нахер его. Теперь мы знаем, кто возглавляет нулевой день. И Малик нам не нужен. Осталось только найти ее. Так вышло, что во время моих попыток поближе познакомиться с сервером Ми-6, я наткнулся на список убежищ Сирс, разбросанных по всему городу. К сожалению, их немало. Короче, берем инфу по корешам Чайлд, сравниваем с этим списком. Сто пудов что-нибудь всплывет. Прекрасно. Бэкс, начнем там, где вероятность найти Чайлд выше. Достанем эту сучку. Карта. Средняя кнопка мыши масштаб слэш поворот. Правая кнопка мыши. У нас есть потенциальный рекрут. Поставлю маркер на карте. Связи с DeadSec, код от расстрела.
Ты рядом с убежищем Эммы Чайлд. Постарайся найти там какую-нибудь зацепку. Вкурила. Команда. Камилла Андерсон. Похищена. Строитель. Проведена операция по приживлению Большого. Энтони Поп. Кассандра и Кабал. Мэтью Хилл. Мэтью Хилл. Наемник. Альбиона. Прозвище в военной академии. Да. Мне очень жаль, но я вынужден сообщить, что одного из наших агентов похитили. Охренеть! Никто в Альбионе не додумался бы до похищения самостоятельно. Наверняка это дело рук Зирс. Главный вопрос — зачем? Полагаю, чтобы выпытать информацию о Малике. Мне казалось это очевидным, раз уж Эмма Чайлд заявила примерно следующее. Похитите кого-нибудь и выпытайте информацию о Малике. Черт. Нужно найти Малика. Бэкс, должен быть способ подать ему какой-нибудь сигнал. Конечно. Отметил место на карте. Пытаясь погромче хлопнуть дверью, Малик не зашифровал последнее сообщение. Отследить сигнал до его убежища было проще простого. Слишком просто. Так. И? У Малика сейчас такое шило в жопе, что, считай, оно думает вместо него. Наверняка он заметил свою ошибку и сменил дислокацию. Но уверен, он глаз не сводит с компьютера в убежище.
компания. Продолжить. Неопровержимые улики. Да. Тебе придется отказаться от преследования. Готова к бою? А то ж, ёпта. Это был риторический вопрос. Карта. Средняя кнопка мыши масштаб слэш поворот. Продолжить. Продолжить. Эскейп назад. Карта. Команда. Камилла Андерсон. Энтони Поп. Хакер. Пробил под... Да. Это что? Готов к новому заданию? Кому нужно проломить голову? С убежищем Эммы Чайлд. Постарайся найти там какую-нибудь зацепку. Понял. Короче,
где-то здесь. Ну и отлично. Прекращаю поиск. Конец связи. Что? Цель, цель, цель! Не с места! Не с места! Руки за голову! Команда. Энтони Поп. Камилла Андерсон. Строитель. Подтвердить смену агента. Да. Отличная новость. Пора пострадать за сопротивление. Чел, наконец! Мне очень жаль, но я вынужден сообщить, что одного из наших агентов похитили. Чё за... Никто в Альбионе не додумался бы до похищения самостоятельно. Продолжить. Escape на параметры. Escape на... Наверняка это дело рук Сирс. Главный вопрос — зачем? Полагаю, чтобы выпытать информацию о Малике. Мне казалось это очевидным, раз уж Эмма Чайлд заявила примерно следующее. Похитите кого-нибудь и выпытайте информацию о Малике. Чёрт. Нужно найти Малика. Бэкс! Должен быть способ подать ему какой-нибудь сигнал. Конечно. Отметил место на карте. Пытаясь погромче хлопнуть дверью, Малик не зашифровал последнее сообщение. Отследить сигнал до его убежища было проще простого. Слишком просто. Ну и? У Малика сейчас такое шило в жопе, что, считай, оно думает вместо него. Наверняка он заметил свою ошибку и сменил дислокацию. Но уверен, он глаз не сводит с компьютера в убежище. Можно отправить сообщение, выйти на связь, или мы все расскажем Чайлд, и шило за... Параметры. Эскейп назад. Давит его прислушаться. Попытка не пытка. А то. Погнали. Убежище Малика где-то тут, но думаю, так просто его не найти. Наверное, нужно поискать кирпич другого цвета или рычаг, которого тут быть не должно. Действуем с осторожностью, прием. Она хвостя. Нейтрализую противника. Диспетчер, цель в пределах видимости. Пойду посмотрю. Цель не найдена, не найдена. Продолжаем поиск. Плохая идея. Слегка подозрительный рычаг, не так ли? Пришлите сюда подмогу. Бэкс, подсоби за это. Ага. Похоже, Малик усовершенствовал систему безопасности. А поскольку он не только спец по таким системам, но и параноик, не уверен, что тебе удастся справиться. Диспетчер,
мне удастся. Ага, понравился мой маленький фокус с дроном. По-моему, очень неплохо. Бегли, ты просто чума. Спасибо. Слушай, если мы что и знаем о Малике, так это то, что он считает себя умнее всех на свете. А значит, как только я начну действовать, на меня тут же накинутся дроны или еще кто. Так что меня нужно будет подстраховать. Курила. Ха, доки для дронов, так я и знал. Ну уже, Малик, удиви меня. Или громкие слова и охранные дроны — это все, на что ты способен. Халтурщик. Оу, я Малик, и я считаю, что могу проанализировать досье Сирс быстрее, чем Бегли. Но надежная система защиты в моем представлении — это автоматическая смена прокси-серверов. Я тебя умоляю. Ладно, ты готова? А то ж. Вот и зашибись. Серьезно, Малик? Ты думал, что меня остановит эта штука? Не знаю, что это, но очень скоро выясню. Карта. Я не могу вломиться в убежище, когда у меня на хвосте висят дроны. Попробуем еще раз. Пройдет несколько быстрее, если меня перестанут доставать дроны. Попробуем еще раз. Если это вот так, а этот скрипт вот сюда, и вуаля! А нет, ничего не вышло. Черт. Знаешь, все пройдет несколько быстрее, если меня перестанут доставать дроны. Попробуем еще раз. Я отвлекусь на восхитительно написанные детали и забуду про глобальную структуру, да, Малик? Ну что ж, умно. Но я все равно умнее. С поля зрения, прием.
пошла к чертям! Я отправил сообщение с тем же шифрованием, которое использовал Малик, и повторяю отправку каждые 15 секунд. Вы молодцы. Теперь осталось убедить Малика помочь вернуть нашего друга. Крутяк. И спасибо. Знаю, что дела становятся все страшнее, но вы охренительно смелые. Я горжусь тем, что вы мои друзья. Входящий вызов из зашифрованного источника. А, Малик, небось. Давай его сюда. Надеюсь, у вас есть веские причины, чтобы мне угрожать. Иначе это будет очень короткий разговор. Психованная Эмма Чайлд забрала нашего агента. Наверняка кошмарит на тему инфы. Сечешь, к чему я клоню, а? Ясно. Так вышло, что я знаю, где она. Но у меня есть одно условие. Я хочу вернуть Семтекс, а для этого мне нужна Эмма. И я хочу, чтобы вы взяли ее живой. Ладно. Ну что ж, когда нужно действовать быстро, Сирс проводит допросы на стройплощадках. Там никто не ходит и легко избавляться от трупов. Мне сообщили, что Эмма только что появилась на одной из них. Да-да, конкретнее, ага. Если агент еще не раскололся, думаю, Эмма будет допрашивать его там. В Курилу. Чем дольше агент остается в плену, тем больше у Эммы времени, чтобы его допросить. Вызволите своего друга и схватите Эмму. Удачи. Карта. Средняя кнопка мыши масштаб слэш поворот. Правая кнопка мыши добавить точку маршрута.
карта. Задание. Завербуйте Джереми Грантема. Карта. Задание. Завербуйте Джереми Грантема. Неопровержимые улики. Малик считает, что Эмма Чайлд удерживает нашего агента на этой стройплощадке. И, похоже, он прав. Меры безопасности здесь очень серьезные. Ясненько. Входящий вызов от... Странно, так не... Остановитесь, кретины! Ёпта, это кто? Эмма Чайлд, директор отдела СИРС по борьбе с терроризмом. Вы совершаете ошибку. Вы не должны... Убирайся из нашего канала. Прошу прощения, не сразу понял, как они нас взломали. Да ничего, Бэкс. Счастье, Малик дал нам дельную наводку. Чайлд хочет использовать агента, чтобы оказать на нас давление. Найдете ее, найдете пленника. Я ведь могла оставить там бомбу. А почему не оставила? Выпилиться хочешь? У нас есть нечто общее. Ричард Малик предал и вас, и меня. Вот. Новый контракт Альбиона на охрану правопорядка. А у вас все готово? Будет готово. Когда вы объясните, зачем все это нужно. Ладно. Я внедряюсь в террористическую организацию «Датсек». Я назначил им встречу, и ваши люди должны взять меня до того, как появится «Датсек». Побольше реализма. Они должны поверить. Вы не устаете удивлять, Ричард. А для вас какая выгода? Их не станет. Доказательств нет. Но думаю, что Малик сотрудничал с террористами. Во всем. И кажется, они с сообщниками готовят новый теракт. Он про тебя, актер. Само собой, это основа основ. Чтобы впарить ложь, заверни ее в правду. И чё, мы должны верить тебе? Вообще-то я хотела предложить сделку. У меня ваш человек. Помогите убить Малика, и я верну агента. Дверь откроется через 30 секунд. Нет, нет, нет. Малик — глава нулевого дня. Я должен был догадаться. Невозможно сказать наверняка, но выглядит все именно так. По крайней мере, мы точно знаем, что он хочет повесить на нас еще один теракт. Мое мнение вам известно, но риск слишком велик. Решайте сами. Угандошим мелкую падлу. Нулевой или нет, нехер на нас лезть. Ладно, тогда нам нужен план. Если ты правда предлагаешь убить Малика, у меня есть идеи. Куча идей. Я верю, Чайлд. Выманим его и пристрелим. Да, способ действенный, но это скучно.
Может, хотя бы отравим его? Мы же еще никого не травили. Закройся, Бекси. Пристрелим его. Понял. Я свяжусь с Чайлд и скажу ей, что мы в деле. На связи, Малик. Помни, нам нужно договориться о встрече в людном месте, если мы хотим установить ему вентиляцию в черепную коробку. Ясно, ну и чё, погнали? Эмма Чайлд с вами? Нет, там облом. Надо побазарить. Что случилось? Ну, сюрприз не вышло, она нас ждала. Может, крысит кто? Перетрём? На Пикадилли, ага. Нет, нет, там везде наемники Альбиона. Может, на Трафальгарской площади? Бекси, чё скажешь? Это оптимальный вариант. Ладно, договорились. До встречи. Он отключился. Набери, Чайлд. Вернем нашего чувака. Прекрасно. Да. Что? Все пучком. Бэкс скинет тебе инфу, когда скажешь, где агент. Скажу после смерти Ричарда. Да хер тебе по всей роже. Верни агента, или мы свалим в туман. Ладно. Жест доброй воли. Высажу в случайном месте. Но рисковать своими людьми не буду. Так что если этот агент вам настолько дорог... Доберитесь туда побыстрее. Карта. Средняя кнопка мыши масштаб / поворот. Правая кнопка мыши добавить. Наткнувшись на стайку жужжащих. Эти что, статуи сраные? Сканируем. Все нормально, Инди. О, пронесло. Если что-то есть, говори сразу. Нельзя здесь быть. Свали. Ну, давай. Я сваливаю. А вот и наш пропавший агент. Предлагаю снять с бедняги наручники и отправить в убежище. Понравилось? Всем патрулям. Рядом подозреваемые. Прием.
Движемся в сторону противника. Преследуем цель. Прием. Кто-нибудь видит цель? Кто-нибудь? Видно. Иду дальше. Всем отрядам отступаем. Искать уже некого. Ты нормас? Да, я в порядке. Я бывал в квартирках и похуже, чем тюремные камеры Сирс. О, черт, надо кошку покормить. Круть. Супер. Как только бедняга вернется, выдам свежее нижнее белье. А пока нужно отправить кого-нибудь на Трафальгарскую площадь. Согласна. Пора заканчивать с этим. Альбион рекомендует всем нелегальным иммигрантам сдаться властям. Сотрудничество поощряется. Что? Карта. Задание. На линии завербуйте Джереми Грантема. Продолжить. Карта. Задание. Завер... На линии огня. Продолжить. Escape назад.